Михаил Зощенко. Похвала транспорту. Давеча я был в гостях у одного знакомого инженера. А этот инженер тем отличается от других инженеров, что он имел свой автомобиль марки ГАЗ. Не знаю, как на других людей действует собственный автомобиль, но на этого моего знакомого получение автомобиля подействовало удручающим образом. До этого он был милый человек, и у него было довольно интересно бывать в гостях. А теперь он все равно как переродился. Все мысли его теперь витали вокруг автомобильной промышленности, и ни о чем другом, кроме как об этом, он теперь не говорил. И тот гость, который имел нахальство коснуться чего-нибудь другого, наносил этим хозяину личное оскорбление. В общем, часов до трех, промаявшись с разговорами об особенностях той или иной автомобильной марки, гости стали собираться, чтобы идти по домам. Хозяин, мило улыбаясь, сказал: «Находясь в другом месте, вы, дорогие гости, затрюхали бы по домам пешочком, или, как говорится, поехали бы на своем 11-м номере. А от меня вы поедете автомобилем. Как вам, собственно говоря, это нравится?» Гости выразили восхищение. Хозяин сказал: «Не знаю, как вы, но я буквально чувствую себя отдельной человеческой единицей, вокруг которой вращаются все миры. Вот сейчас я позвоню моему шоферу и велю ему подать к подъезду мой автомобиль». Хозяин пошел к телефону и стал звонить. Потом, вернувшись к гостям, сказал, вздохнувши: «Сейчас автомобиль будет подан. Единственное, знаете, неудобство – это то, что наш гараж в одном районе, мы в другом, а шофер, представьте себе, живет за Невской заставой. Но я велел моему шоферу срочно добраться до гаража. Тем более он живет не так уж и далеко, минут 15-20 идти пешком». Жена инженера говорит: «Ах, Коля, жаль, что ты не приказал шоферу взять такси. Он бы взял такси и мигом доехал до гаража». «Ах, да, в самом деле», — сказал хозяин, просияв, — «я всякий раз забываю об этом удобстве. Сейчас я позвоню шоферу, он, наверное, еще не ушел». Шофер действительно еще не ушел, и хозяин велел ему взять такси, чтобы поскорее добраться до гаража. Один из гостей говорит: «Послушайте, а ну, может быть, нам попросту доехать на этом такси, которое возьмет шофер?» Эта мысль удивила и даже несколько испугала хозяина. Он сказал: «Ну что вы, иметь свой автомобиль и ехать в такси? Нет, я вас до этого не допущу». Мы стали ждать. Минут через 20 раздался телефонный звонок. Это позвонил шофер. Не зная, что именно он доложил, но хозяин, обернувшись к нам, сконфуженно сказал: «Шофер говорит, что он не может такси найти. Он дошел, представьте себе, до вокзала. Нашел одно такси, но оно не берется ехать. Ему не по пути. Сейчас я велю моему шоферу дойти пешком до центра и там взять такси». Один из гостей полувопросительно говорит: «А может, нам в самом деле поехать в такси, которое достанет сейчас шофер?» «Это идея», — говорит хозяин. «Сейчас я велю моему шоферу подъехать на такси сюда, а отсюда такси мигом доставит вас к гаражу. А уж там будьте покойны. Нам только бы добраться до гаража». Отдав соответствующее распоряжение шоферу, хозяин начал беседовать с гостями вообще о пользе транспорта. Минут через 20 такси стояло у подъезда. Гости и хозяева вышли на улицу. Один из гостей, вздохнув, говорит: «В сущности говоря, как-то даже обидно иметь под рукой такси и вместе с тем ехать к черту на куличке. Ей-богу, давайте сядем и поедем домой в этом такси. Так было бы славно очутиться сейчас дома, а тут извольте ехать к гаражу». Хозяин тихо говорит: «Нет, я прошу вас, теперь это неудобно. Все-таки я разбудил шофера. Он шлялся по улицам больше часу. Нет уж, я прошу вас поехать». Гости стали размещаться в машине, но поскольку одно законное место было занято шофером такси, а другое шофером хозяина, то оставалось всего лишь 3 места, а гостей было 5 человек. Хозяин, сосчитав гостей, говорит:
Жаль, что мой шофер не захватил 2 такси. А теперь уж я не знаю, как быть. Давайте так. Пусть 3 гостя сядут на заднее сиденье, а 2 гостя пусть тут у подъезда подождут мою машину. Гости сконфуженно молчали. Хозяин говорит, или нет, давайте так. 1 гость и шофер подождут у подъезда, а остальные пусть себе едут к гаражу. Жена инженера говорит, нет, так ничего не выйдет, потому что нашу машину некому будет сюда привезти, и те и другие будут только напрасно ждать. Хозяин говорит, а, правильно, как жаль, что у нас 5 гостей, а не 3. С троими мы бы в один миг управились. Давайте тогда так, 3 пусть поедут, а шофер и 1 гость пусть себе понемножку идут пешком вслед за ними. Один из гостей, испугавшись, что его пошлют пешком, незаметно и, как говорится по-английски, смылся. Осталось 4 гостя. Подсчитав гостей, хозяин сказал, «Теперь легче. Теперь давайте так. 3 гостя и шофер пусть едут на такси, а 4-й гость на выбор. Хочет он тут подождет, не хочет, пусть себе идет к гаражу пешком». Один из гостей говорит, «Глядите, грузовой трамвай едет. Привет, я лучше сейчас на прицепку прыгну». Гость вскочил на прицепку и вскоре исчез в туманной дали. Хозяин говорит, «Он не хотел дождаться машины. Пусть сам на себя пеняет. Рассаживайтесь теперь и поезжайте с Богом». Шофер уныло говорит хозяину, «Только не забудьте, Николай Петрович, дать мне денег расплатиться с такси. Да и еще за утреннее такси я заплатил из своих 12 рублей». Порывшись в бумажнике, хозяин дал шоферу денег и грустно сказал, «Да, это такси вскакивает мне в копеечку». Жена инженера говорит, «По-моему, такси тебе обходится не меньше, как 30 рублей в день. Если бы не такси, мы бы давно поменяли наш газ на М1». Наконец мы тронулись в путь. По дороге гости стали упрашивать шофера развести их по домам, не заезжая в гараж. Хозяйский шофер неожиданно согласился и даже обрадовался. Он сказал, «Это будет самое правильное. А то у меня был такой случай. Я отвез гостей в гараж, да там мы и промаялись 1,5 часа. Пока охрану разбудили, да пока заправил, да пока 5-10, глядим, уже и трамваи пошли. Все гости так и поехали на трамвае». Вот такси стало разводить нас по домам. А хозяйский шофер говорит, «Единственное, я теперь боюсь, что мне с такси расплатиться не хватит. Все-таки большой крюк делаем, и стоянка». Мы дали шоферу по 5 рублей, и он нам сказал, что теперь, пожалуй, хватит. А в крайнем случае он до Невской заставы доберется пешком.